1240 году на реке Неве состоялось сражение между дружиной новгородцев и шведским войском. Новгородцами командовал князь Александр Ярославович, который после победы получил почетное звание Невский. Войско Александра было сравнительно небольшим, но это не помешало ему одержать верх в бою, проявляя инициативу в течение всего сражения. Победа русских войск не только помешала шведам отрезать Новгород от моря, но и предотвратила совместно шведские и немецкие действия. Июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие ярмарки. Здесь впервые за все время строительства ярмарок в России были устроены санитарно-технические помещения. Была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе купцы из Западной Европы и Америки и Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. В советское время было принято постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Мария Николаевна Ермолова родилась 15 июля 1853 года. С 16 лет Ермолова выступала на сцене Малого театра, заменив внезапно заболевшую актрису. После первых произнесенных Ермоловой слов в театре раздались рукоплескания. Всех поразил ее голос, идущий из груди и отдающийся в сердце. Несмотря на успех, она несколько лет играла ничтожные роли, пока упорным трудом и несокрушимой настойчивостью не завоевала себе положение. В 1896 году она считалась уже одной из первых актрис не только в России, но и в Европе. 15 июля 1937 года состоялось открытие канала Москва-Волга. Строительство канала, общая длина которого составляет 128 километров, продолжалось в течение 4 лет и 8 месяцев. Водная артерия началась от Иваньковского водохранилища и заканчивалась в Тушино. Она соединяла Москву-реку с Волгой, а создавалась при участии заключенных ГУЛАГа. Именно для ее строительства был сформирован Дмитровлаг, просуществовавший более 5 лет. Новое название «Канал имени Москвы» канал получил в 1947 году. На общем собрании коммунистов завода имени Калинина 15 июля 1953 года Сергей Павлович Королев был принят в ряды КПСС. Заявление конструктор написал стандартно: «Хочу быть в рядах активных участников построения коммунистического общества в нашей стране». Положение Сергея Павловича в то время было щекотливым. Его помиловали со снятием судимости, но еще не реабилитировали. И хотя собрание высказалось за прием Королева в партию, в райкоме не обошлось без споров. 4 года спустя Королев запустил первый в истории спутник Земли. 15 июля 1975 года начался совместный экспериментальный полет космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Решение о проведении эксперимента было принято еще в 1972 году. Совместный полет проводился в рамках сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства. «Союз-19» стартовал с космодрома Байконур, «Аполлон» с мыса Канаверал. 17 июля корабли состыковались. Всего в состыкованном состоянии «Союз» и «Аполлон» провели 46 часов 36 минут.